Насколько закономерен результат матча? Ну, если счет на табло такой, значит, он закономерен. Что касается нас, сегодня уже были проблески той игры, которую мы хотим видеть. Но нужно время. Мы обновились. Несколько человек, можно сказать, половина состава обновилась. Поэтому нужно время для наигрывания групповых взаимодействий, общекомандных взаимодействий. Я уверен, что от игры к игре мы будем прибавлять. В прошлом году примерно такая же ситуация была. И от игры к игре мы прибавляли. И за счет игр мы набирали игровые кондиции. Как вам ребята, которые пополнили команду летом, в том числе выпускники клубной академии? Мы надеемся на этих ребят. Сегодня еще дебютировали два 16-летних футболиста. До этого еще два футболиста дебютировали в составе нашей команды. Но им, конечно же, нужно время для адаптации ко взрослому футболу, к профессиональному футболу. Но мы на них надеемся, и не только на них, но и на других футболистов, которые мы тщательно смотрим за теми футболистами, которые занимаются у нас в академии.